Друзья, всем привет! В общем, минус 13 за бортом. Вот буду дорабатывать печку. Мастерской такой дубак. Вода в ведре в мастерской замерзла. Вот, убрал ширму. На улице стоит. Колосники там. Вот заслонка внутренняя. Сейчас трубу скидываю, печку сюда. И будем ее дорабатывать, чтобы она более эффективно грела помещение. В общем, кому интересно, самый простецкий способ сделать турбонаддув на нее, как говорится, теплосъем. Смотрите видос до конца, а я сейчас ее вытаскиваю и занимаюсь. Так, ну одну пластину вырезал, вот вторая стоит по размеру, вот здесь, тут вот так вот, не дальше. Здесь до конца, прям вот как есть, все, вот так вот 36 сантиметров, вот так вот 71. Здесь будет торец зашиваться и ввариваться отвод, и чтоб он далеко не торчал, вот так вот варится и как раз завернется в одну сторону, а здесь я не знаю. Два штуки будут отвода. Вот один под 45, другой может под 90. Если, конечно, газ замерзать не будет. Ну, посмотрим. Все равно надо сделать это дело. Ну, тут, соответственно, зашьется, варится труба. Короче, все по порядку. Давайте сейчас две стороны вариваю и дальше продолжим. Варил с одной стороны пластину сплошным швом, вот как есть. Но редуктор подмерзает, конечно, да. Вот он уже инеем покрывается. Шланг. Телефон замерзает, все замерзает. Давно хотел с подогревом взять, но все никак. Если что, феном разогрею строительным со всех сторон его. Но сварю. Все, сейчас вариваю вторую часть. Единственное, она будет в ней отметиться, просверлиться под дожигатель. И все, и пущу его снаружи. Дожигатель. Вот как-то так. Так, телефон замерз напрочь. Не знаю, как съемка идет. Может, там все плавает. Все, вот такой тоннель получается. Вырезал резаком. Вот такие вот штуки. Сейчас вот так одна, вот так вот я их наметил, где какая. Другая, зачищу сейчас баллоны и вариваю вот таким вот образом вниз пойдет. Ну а там я уже посмотрю, куда мне вентилятор. Так, мужики, вот так вот получается лист. Здесь вареный, это для дожигателя туда. Здесь торец заварил, сотая труба, отвод, колено, кто как называет, вниз. Другое колено, тут проставочку уварю потом, какую надо. Подниму сантиметра 4 над землей и вот так вот в сторону. Вот так все получается. Вон она труба, которая переходная. А не видно никуда. А, вот сейчас видно. Ну вот. И вот этот отвод, поток весь будет на нее. Она круглая, будет расходиться в стороны и по над стенкой уже выходить туда. Я думаю, будет нормально. Сейчас телефон на раз сдохнет. Тут по большому счету можно вообще ничего не зашивать. Весь все тепло будет сюда идти. Но я хочу зашить стенку, один отвод завернуть под 90 градусов, чтобы он дул. Вот так вот, в этом направлении, вот туда, чтобы воздух направить. А другой отвод под 45, чтобы направить его вот так вот в центр. И все. Здесь, а что там, там я не работаю. В основном вон там и вон там. Ну вот. А что вниз? Ну, горячий воздух, он всегда кверху поднимается, чтобы он в обратку не пошел.
и не нагревал вентилятор. Может, он я рядом поставлю, я сам не знаю. Короче, поэкспериментирую. Я мог его повернуть и в сторону, и вверх, и туда, и сюда. Ну, опустил вниз, если что, будет подсасывать холодный воздух снизу и выходить уже там, через верх. То есть, чтобы в обратку не пошел. Все, тут капитально. Я думаю, достаточно. Труба это не дальше. Вот это еще до стенки сантиметров 10 не достает, а там еще больше. Вот. Вот один отвод. Думаю, вот так вот завернуть. Ой. В сторону. Поэтому на край не выводил, он здоровый. Ну, чтобы и дверка открывалась, и одна, и другая. Ну, может, не такой здоровый, может, поменьше найду. Ну, можно вот так один, а один вот так вот. Подрезать его там как надо. Вот, и все. И пускай дует туда, куда нужно. Так, подключил печку. Бля, телефон замерз вообще. Тормозит капец. Дожигатель сейчас поставить надо. Не стал я отводы делать, а сделал вот таким вот образом. С торца. Вот, чтобы когда дрова закладывать, все дела. Чтобы не дуло в лицо на меня. В общем, вот так вот под углом вварил. Вот здесь чуть пошире. Там стояла труба, вон она стоит. К ней приварился. Здесь чуть поуже, но подлиннее. Там пошире, но поменьше. Вот так получилось. Сейчас подключим, посмотрим. Переход вот такой был у меня. Не знаю откуда. Серега с Володонска подогнал кучу причандалов. Кусок трубы, но только с вот этим нашел. Ну, заглушил. Для эксперимента пойдет. Там сделал, одевается сюда. Здесь вообще плотно входит друг в друга. Пришлось даже немножечко напильником там пройтись, чтобы его засадить. Шурупами схватил. Вообще капитально вот эта штука подходит на вот эту печку. Тютя в тютю. Вообще шикардос. Только вот шурупами скрутить. И все. Подключаем. Сейчас листочек взял, проверить вот этот сюрпелит, о, расстояние, я не знаю, метра полтора, наверное, ого, вот тут, блин, сейчас рулетку растяну, ха-ха, нифига себе, а что там рулетка, вон линейка есть, это, конечно, надо делать ему этот, прикручивать. Вот полтора метра листочек. Полтора метра. Вот здесь где-то около 2,5, наверное, метров. Ну, я стою, на меня дует капитально. Это уже вот выход. Угол, нифига себе. Но я вот по рукам чувствую, идет прям ветерок капитальный. Вот здесь вот, я не знаю, метра 4, наверное, вот дверь, вот эта штука, вот 4 метра. Вот это раздув идет в центр. Тут... А тут вообще капец. Тут не поднесешь. Офигенски получилось. Мужики, всем привет. Утро следующего дня. Проснулся в 4 утра. Что-то не спалось мне сегодня ночью. Сейчас вот почти 6. В общем, пришел доделать печурку. Так, дожигатель съемный. Вот так вот ставится. Здесь нормалек. Сейчас я на колеса поставлю. Подрежу на 13 сантиметров. И поставлю на колеса. Как раз вышину колеса. Колесики вот такие у меня. Поворотные. Такие мощные. С фиксаторами. Потому что веса добавляется. И сейчас она будет еще тяжелее.
В общем, сейчас... Не, сейчас, наверное, делаю два люка с этой стороны. И один люк с этой стороны. Кто догадался, зачем? Вот прямо сейчас напишите в комментариях. Вот, проверьте свою чуйку. Ладно, занимаюсь. Холодище, капец. Ведро тут не разорвало еще. Уже шишка вон появилась. Может и разорвать. Дно еще не выдуло. Ну что, продолжаем дальше снимать видос. В общем, три люка. Два с этой стороны. Один с этой стороны. Вот они, крышки уже заготовленные. Мелом порисованы, но ничего страшного. Красить буду потом. Надо тепло. Срочно надо тепло подавать. Вот, уже сопляки ручьем текут. Два дня в минус 13. Кто догадался, зачем? Красавчики. Правильно, сейчас приношу камней и закладываю полностью вот это все камнями и закручиваю люки эти. Вот. Как-то так. Вот, наприносил булыжников. Три ведра, грубо говоря, разных калибров. Ну, они в основном плоские. Сейчас все плотненько укладываю. Мало будет, еще принесу. Ну, забиваю ее полностью. И закручиваю люки. Здесь у меня нарезана резьба. Ну, там, где посчитал нужным, там и засверлился также с той стороны. И болтами. Это металл тройка. Это пятерка, напомню. Сразу их не вырезал, потому что я не знал, где оно будет располагаться. Ладно, закладываю под завязку. Так, ну одну сторону заложил. Вот так вот. Все до конца. Нигде ничего не торчит. Осталось только закрутить. Мужики. Все. Сейчас разворачиваю. Вот. Здесь ничего не будет. Напротив трубы. Ну, вот, чтобы воздух ударялся, об нее расходился. И дальше между камней и все остальное. Там до конца. Вот. Видно, аж там камни торчат. Вот сейчас там закручиваю, чтобы они не выпали. И закладываю с этой стороны. Вот снежок. Он растает. А влага испарится. Ее выдует. Все. Закладываю здесь. Закручиваю маленький. И завершающий этап этот. Вот такой вот теплообменник получается. Так, ну, камней осталось. Придется отнести, наверное, с ведро. Два ведра вот таких больших из-под краски. Забито под завязку. Также вот они аж до сюда. Там торчат здесь, здесь. Ну, совсем не этот, чтобы хотя бы стенка здесь свободная была. Воздух отражался от нее. Тут даже можно подвинуть будет. Сейчас закручу. Монтажка так его спрячу. Все, закручиваю. Чтобы не... Ёлки-палки. Закручиваю срочно. Вот такой, друзья, локомотив у меня получился. Габарит не изменился. Но КПД, мне кажется, добавилось плюс 200%. Вот, сейчас я его взвешу, так что делайте ставки, как говорится, господа и дамы. 100, 110, 120, 130 или больше 150 килограмм вышла вся конструкция. Вот, погнали на веса. Ну что, момент истины, локомотив вывешен, барабанная дробь, ровно 150 килограмм. Без трубы дымохода. Как-то так. Ну и напоследок проверить, выдувает ли воздух из-за камней. Сейчас листочек приготовил. Посмотрим.
конечно же, выдувает. И довольно-таки неплохо. Я бы сказал, без изменений. Выскочил. Автоматика. Ладно, мужики, всем пока. С вами был Санек. Кому интересно, помогло ли это, пишите в комментариях. Будет отдельный видос, будут замеры, тесты. Мне сюда еще нужно поставить автоматику, вот эту вот с печки. Поеду на разборку, возьму. Вот. Но это будет уже делаться в тепле. Можно уже спокойно затопить, даже без надува. Печка должна отрабатывать на все плюс 200. С надувом, соответственно, еще будет шикарнее. Все, друзья, скоро увидимся.